Всем привет, жители космоса! С вами Зион Мега Централ, это корпорация Нова. Сегодня мы с вами полетим на кораблике, таком саппорте. Это Prometheus X от компании Империя. Это командник, и надо сказать, блин, фитить его нужно уметь. Я вот тут вот поэкспериментировал с фитами. Вот, остановился все-таки, наверное, вот на таком, который вы сейчас видите. Живет командник за счет своего диффузионного щита. Ну, это его ульта, скажем так, на 15 секунд он щитом своим прикрывается. И вот, смотрите, написано, одна гасит одну единицу энергии на каждые 9 единиц повреждений. То есть 9 единиц повреждений отнимает одну единицу энергии. Не слишком сложно? Вроде бы нет. Вот, смотрим, сколько у меня энергии. 877. Можно больше. То есть, если сюда поставить еще один калибратор утечек, увеличивать максимальный запас энергии на 51 единицу. Ой, процент. Вот, соответственно, я что-то так подумал, что просто так пулять и не наносить дамаг как-то скучновато. Хочется быть таким неплохим среднячком. То есть, и щит есть, и пострелять можно. Поэтому увеличил скорострельность штурмовых рейлганов, поставил сюда ванадиевые заряды и сюда поставил теплоотвод. Что касается боевых модулей. Эсминцев много, поэтому здесь, естественно, будет стоять разрушитель щитов. Не могу себе изменить, ставлю ремкомплект М12. Здесь полярик и, конечно же, валька. По имплантам давайте посмотрим, что у нас здесь и можно ли как-то себе помочь. Так, значит, седьмой точно получается у нас... Ну, нет, не второй. Тра-та-та, первый. И смотрим, сколько у нас энергии. Энергии стало аж 1091. Седьмой, первый. Так, что еще мы можем тут сделать? Тра-та-та-та-та. И все. В общем-то, в принципе, и хватит. Седьмой, первый поставили. Щит у нас теперь 1000 единиц с лихуем. И понеслась. Так. Поехали в бой. Посмотрим, что из себя, в принципе, машина представляет. Честно, на них не знаю, когда последний раз летал. И вообще не мой стиль боя. Но надо сделать на него обзорчик. Может быть, кто-то в поисках рабочего фита, годного. Вот чисто уже опытом делюсь. Можно, конечно, упороться, поставить кучу калибраторов и вообще сделать себе офигенский щит, но слишком много хорошо-плохо. Вы просто продамажить никого не сможете. Ладно, короче, я на паузу ставлю, в бой кинет, я отожму назад. Thank you.
Вот такой вот был бой, чуть-чуть посливался, но вам не говорит человек, который играет на ударниках, постоянно лез туда. Потом, когда немножечко уже в серединке боя перестроился, к тому, что я все-таки саппорт, и нужно больше за камушком стоять, и вот дело пошло-пошло-поехало. В принципе, думаю, наглядно видно, что если на нем нападать, можно отхватить люлей. Но если тактично выглядывать, кидать баф Валькирии на всех и также полярик, ну и в толпу кинуть, конечно, можно и разрушитель щитов, то, в принципе, очень даже реиграбельно, стреляет быстро, за счет быстрой скорострельности и вальки, в принципе, эффект достигается достаточно интересный. Вот. Честно, мне понравилось самому, оставлю этот фит таковым. Вот, когда захочу упороться, что-нибудь здесь поставлю конкретно, может быть, чисто на щиты. Я надеюсь, что данное видео всем понравилось, или как минимум кому-то, хоть одному, но помогло. Вот, ставьте лайки, комментируйте, ну и, собственно, всем пока, до следующих видосиков.